Внимание студентов Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, обучающихся по программам среднего профессионального образования, сосредоточено на рыбе. Выбор сырья – это один из важных моментов прохождения модуля производства рыбных консервов. Это один из пяти модулей компетенции обработка водных биоресурсов регионального чемпионата по профессиональному мастерству. Конкурсанты должны в первую очередь правильно выбрать сырье, подходящее для производства консервов. Они должны определить вместимость банки, рассчитать нужное количество закладки рыбы и соли туда и разделать рыбу согласно нормам укладки в банке, соответствующую рисунку. Правильно закатать консервы, вложить их в автоклав и выставить температуру стерилизации. После того, как консервы у нас простерилизуются, дети вскрывают банки и проверяют качество рыбных консервов. Под понятием «качество» эксперты подразумевают вкус, цвет, аромат и укладку рыбных консервов. Все должно быть согласно ГОСТу. Варвара Захарченко задание выполняет уверенно, со знанием дела. Я участвую уже не первый год, только в прошлом году я участвовала по мясу, в этом году в рыбе. Поэтому вот решила попробовать себя в новой отрасли, немножко можно так сказать. Этот модуль мне нравится тем, что, да, долго стоять, да, нужно аккуратно все это делать, но ты понимаешь и проверяешь себя и свои умения. То есть это нужно правильно уложить, аккуратно сделать, аккуратно разрезать. То есть, ну... А какие расчеты нужно делать? В этом модуле нужно как минимум посчитать, посмотреть высоту банки. Соответственно, из-за этого рыба отрезается по этой длине. Диаметр банки, чтобы определить, что за банка и какой у нее объем. Разделать расчет специй, потому что пересолить можно всегда, если неправильно даже запятую поставить. И, соответственно, считать, сколько рыбы нужно положить в саму банку и сколько ее изначально взять, чтобы у тебя уже была рыба на все 5 банок. Участников 5. Каждый производит по 5 банок. На все дается 4 часа. Игнат Топорков закончил выполнять модуль раньше. По его словам, работать с рыбой ему в радость. У меня родные живут около моря. Мы все время там рыбу ловим, Махачкала. Все время рыбу ловим, разделываем. Знаю, вот как раз-таки еще вот у бабушки, с дедушкой, когда бываю, там смотрю, как они разделывают. Ну, это для меня кажется легко. Они мне показывают, рассказывают, вот. Разделывать легко, а здесь же надо просчеты, посмотреть, какой диаметр баночки. Ну, с математикой у меня все хорошо. Ну, математика – мой любимый предмет, в общем, так-то. Рыбные консервы, выполненные согласно ГОСТу, оценивать будут эксперты. Единственное, к чему смогут присоединиться и участники, это к дегустации того, что они произвели своими руками.